Женщина одного стихотворения. Вот, нас уже снимают, да, женщина одного стихотворения. Женщина французского. Любимая. Тогда еще могила Канта была открытая. Снимаешь. А ты знаешь, получается немного хороших записей приготовил. Я сюда пришел не только тебя послушать, но еще и Диме тоже должок отдать. Да, ты здесь можешь стихи почитать, потому что я их снимал, но мне мало что вышло. А хочется оставить себе же. Ну и ребята тоже. Что тебя сдерживает? Даже кто меня сдерживает?